Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Хочу представить вам необычную виллу 4 плюс 2, вдобавок 1 плюс 2, двухкомнатная добавочная квартира, скажем, для гостей. Это реально необычная тоже вилла. Я стараюсь искать необычные виллы на данный момент, с видом на вот этот лес. Есть свой гараж, вот хвойный лес прямо у этой виллы, тихо, спокойно, тупиковая дорога, машин пока не едут, делают добавочную дорогу в горы. Балкон я вам сейчас покажу. Вид глазами на горы такой, как вы сейчас видите. Видно море, вот море. С той стороны тоже. И вид на лес. Я начал с верхнего этажа. На верхнем этаже у нас как 1 плюс 1. Гостевая. Кухня есть и душевая. Вы можете ее уменьшить, еще комнату добавить, как хотите. Проект был сдан в 2008 году. Тут можно отделить. Прихожая есть. Спустимся вниз. Видите, да, прямо у хвойного леса. О, приятный запах деревьев. Есть собственный бассейн. С двух сторон вход на... Сейчас покажу, к этой квартире. Вот, отсюда вход к этой квартире, отдельный вход и отдельный вход в виллу. Родительская спальня. Теплые полы находятся у нас в основном в этой вилле. Наверху нет теплых полов. Балкон в длину уходит. Отсюда есть проход. Не буду открывать, покажу с той стороны. Гардеробная. Дверь открывается в правую сторону. Санузел. Расстояние до моря максимум 4,5 километра. Сам отмерил по карте Google. Тут обязательно нужна машина. Радиатор, как вы видите, везде установлено. Это детская спальня. Тут гардероб еще вдобавок. Глубокий. Тут еще детская или гостевая комната. Гостевая. Квадратные метры, скажем, где-то здесь 200, вместе с 1 плюс 1, который наверху с балконами. Ну, 220-240 между ними. Это спальня где-то 10 квадратных метров. Огромный балкон. Видите? Вот. Продолжается в ту сторону еще.
Подробная информация я узнаю и скажу на месте. Главное, чтобы вилла вас зацепила. Кого-то вот важен лес, чтобы был рядом. Вот вам такой вариант, дорогие зрители. Кого интересует вилла около хвойного леса. Тихо, спокойно. По этой дороге редко машина едет, но шум сюда не поднимается. Вот там лес. Кто хочет уединиться с природой, спустимся вниз. Это гараж. Машина стояла с той стороны, автоматически открываются двери и устанавливается машина. Прихожая, входная зона. Я сюда еще вернусь, покажу вам входную. Здесь санузел без душевой кабинки. Тут у нас гостиная с отдельной кухней. Кондиционер нужно поменять. Конечно, какой-то ремонт требуется. Можно конфетку сделать из этой виллы. Барбекю есть. Техника у нас Арчилик, духовка новая, Аристон новый, холодильник. Уставший уже, можно поменять. Аристон. Мраморная столешница. Камни. Арчилик, посудомойка, нормально. Также здесь глянем, что у нас. Здесь. Так. Тут кладовка глубокая. Есть вытяжка. Где здесь свет? Тут мне интересно, что. Центральная система обогрева воды здесь находится. И стиральная машинка фирмы Арчили. Тут, наверное, выход куда-то на ту сторону. Это оставим подарок. Понять, что там. Триста квадратных метров, говорят, полезная площадь. 700, ну, 650 скажу, вся территория. Вот она вилла. Тут добавок есть. Лесенка вниз. Сейчас посмотрим, куда ведет она. Лесенка, да. Вот отсюда вниз сад, кажется, спускается, да. Там сад есть. Личный бассейн. Ага, а здесь что такое? Это моторная часть бассейна. А, вот та дверь, которая была. Ну, здесь еще есть кладовочка. Выйду я с машины, покажу еще территорию. Отсюда где-то 500 метров впереди есть маркеты. Итак, дорогие зрители, цена этой виллы, сейчас уже забыл, сколько там было, паузу нажму, уточню, 463 тысячи евро, дорогие зрители, да, 463 тысячи евро, расстояние 4,5 километра, цена тоже
землю как бы покупаете, потому что сейчас земли тоже найти сложно. Ну, здесь, может быть, найдете в этом районе. Это район, кажется, Чеплаковый, как мне объяснили. Ну, жду вашего звонка. Цена хорошая. Прямо лес рядом, вот. Вот, прямо елки, фишки собрал, самовар сделал себе здесь. Мангал пожарил, там шашлык, машлык. Эй, эй, жизнь прекрасна. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарии, звоним, покупаем, живем, радуемся жизни. А жизнь нам дается один и раз. И живите, да. Пока-пока.